Проект «Город добрых сердец» реализуется при поддержке благотворительного фонда «Дорога к дому». Ольга Казакова воспитывалась в детском приюте. Она выросла жизнерадостной, активной женщиной и очень целеустремленной. Все сама, все своими силами, и вот построен дом. Есть свое подсобное хозяйство. Растут две замечательные дочки. Как делится Ольга, дом большой и семья должна быть большая. И 11 декабря 2018 года на свет появился еще один малыш, сын Родион. Родила, и мне говорят, ну они там, не на таком, как они пишут-то, зайчья губа. Бух, у меня все перевернулось. В каком смысле зайчья губа? Ну вот ложат ребенка, ну это шок. Это хороший шок так-то. И так-то не спавший толком. Как так, думаю, все нормально было. Ладно, тут потом нас в палату перевели. Ну 7 дней, короче, я себя накручивала. С диагнозом расщелина губы и деформация носа маму с малышом выписали из роддома. При таком диагнозе, помимо эстетического дефекта внешности, у ребенка возникают множественные расстройства питания, речи, дыхания. Было тяжело и физически, и морально. Когда мы пришли с роддома, и вот за счет того, что вот до операции 10 этих месяцев мы вместе были с Сережкой, ну, с отцом детей. Без него бы было бы мне сложно. Если есть поддержка, которая рядом с тобой. Мы же даже родителям и вон им не показывали. Потому что я думал, ну, я стеснялась ребенка. Да, есть такое. Потому что у тебя такое рождается, значит, что-то в тебе не то. Помощь мужа и оптимистический настрой самой Ольги помогли не впасть в уныние и не опустить руки. Большую поддержку оказали мамы детей, столкнувшиеся с таким же диагнозом, как через интернет, так и лично. Когда Роде было 5 месяцев, ему дали инвалидность, а в 6 должны были сделать операцию. Операция, что у нас была назначена в 6 месяцев, мы не попадаем из-за того, что гемоглобин низкий был у Родиона. Что, думаю, такое Галине Борисовне не пришли, как бы она у нас ведущий врач. Ну, повышайте, говорит, мясо надо. Какое мясо-то, как впихать-то его мясо-то? Ну, потом через бутылочки он тоже плохо сосал. И пришли мы к тому, что стали шприцы большие покупать. И катетеры, это от капельницы, вставлять в шприц, набираешь и ребенка, и он у нас ел. Потому что с бутылки очень, ну, не мог сосать. В 10 месяцев наконец-то Родиона прооперировали. Ольга Геннадьевна рассказывает, что самое сложное было до операции отказывать малышу в еде. Можно было только давать немного воды из бутылочки. Все прошло успешно. Сейчас Ольга уже с юмором вспоминает, что после операции каким-то чудесным образом Родион стал кушать с ложечки. Ведь он до этого с ложки ведь не ели. А ведь сразу вечером, ну что, если бутылку нельзя, все запретили. Если сделали швы, нельзя сосать. Все мы, шприц, который уже он приучен, уже был как бы, знал, что такое. И с ложки мы стали есть. Сразу, вот вечером принесли еду, мы стали с ложки. И парень стал есть. Сейчас Родиону 3 года, а его диагнозе напоминает лишь небольшой шрам на милом личике. Мальчик растет веселым, не по годам умным малышом, помогает маме по хозяйству, собирает игрушки, подметает полы, накрывает на стол, кормит животных. Родион и я ходим с мамой, ну, кормить свинью, малышей свинью и маму свинью. Хлебом сух. Еще папу свинью кормить тоже. А еще кур кормить вместе. Родиону проведены уже 2 операции. Впереди мальчика ждет еще несколько. Главное, по словам Ольги Геннадьевны, когда появляется в семье особенный ребенок, чтобы папа и мужья не предавали свою семью. Надо быть вместе. Появился такой ребенок, надо идти вместе. Помогать, помогать и помогать. Потому что женщинам очень трудно в этой жизни. Мы много на себе тащим. Хочется пожелать маленькому Родиону смелее идти вперед, узнавать много интересного, находить новых друзей. Ну и, конечно же, крепкого здоровья.